спортивная мощная зона при стадионе, отдельный сквер патриотической тематики. Самое сердце Одинцова с высоты птичьего полета. Правда, пока еще только на чертежах. Коренной житель города Игорь Копынев помнит, как выглядела площадь много лет назад. Это одно из любимых мест отдыха его семьи и сейчас. Очень люблю кататься. И нас в Одинцово очень не хватает. Ни велодорожек не хватает, ни каких-то условий. Постоянно, если даже делают дорожки пешеходные, вот стыки между асфальтом и дорожкой, ну, сделайте вы за подлицо. Модернизировать спортивные детские площадки, добавить лавочки в прогулочной зоне у пруда, павильоны для детских мастер-классов и не только. Общественники и просто неравнодушные люди встретились с архитекторами и представителями администрации, чтобы обсудить, какой будет новая жизнь старой площади. Сегодня у нас, по сути, первая встреча, на которой хотелось бы скорее понять, какие проблемы площади существуют, поскольку вы непосредственно пользуетесь ей, вы знаете как бы ситуацию изнутри. Должно быть интересно горожанам всех возрастов. В этом уверен главный архитектор Одинцовского округа. Поэтому именно такой будет концепция благоустройства площади. Новшеств обещают много, но при этом уникальность территории сохранится. Мы сохраняем уникальность, идентичность Одинцова, мы никуда не теряем это все. В то же самое время мы хотим дать новое качество среды, а именно через комфорт, через какие-то, скажем так, элементы благоустройства, которых раньше не было в Одинцово. Обсудили, внесли поправки в проект. Теперь предстоит сформировать конкурсную заявку и отправить ее на рассмотрение главе Одинцовского округа и в Министерство благоустройства региона. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».